Всем привет! Вы на канале Клад. Наш Клад, наш Клад. И сегодня мы будем готовить шоколадные фонданы. Для этого нам понадобится 100 грамм шоколада и 75 грамм масла. А также силиконовые формы, но можно использовать и бумажные. Что ж, мы включаем плиту. И ставим растапливать шоколад и масло. Вот что у нас получилось. Обмазываем форму сливочным маслом. Как вы видите, мы с макияжем, а также с покрашенными волосами. Теперь готовим тесто. Разбиваем 2 яйца. 60 грамм сахара, щепотку соли, перемешиваем, добавляем шоколад. Шоколад. Божественно. Заливаем наше тесто. Кстати, вот что у нас получилось. Мы вылизываем оставшийся шоколад. Ага. А теперь надо все загрузить в духовку. Ставим в духовку при температуре 190 градусов. Ребята, как это вкусно! Объедение. Ну что ж, ребята, нам пора прощаться. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока-пока! Ну что ж, ребята... Вот ты одна сказала. А теперь надо все загрузить в духовку.